BQ Strike Power. Сейчас его рекламируют по телеку. Значит, чтобы на нем сделать сброс настроек, нужно зажать две клавиши. Это плюсы питания или минусы питания. Реже плюс-минусы питания. Иногда такая своеобразная комбинация: питание зажать и коротко. Ну, питание зажать на секунду-две, и следом зажать минус. Мы на нем попробуем зажать плюс и питание. Две клавиши держим. Зараза, его еще выключить надо. Сейчас мы его выключим. Выключен на заряженном состоянии, нужно зажать ему плюсы питания. Не поможет минусы питания, но в определенном порядке, как я уже сказал. Пробуем. Плюс и питание. Две клавиши держим, пока не загорится экран. Экран загорится, питание бросить, а плюс продолжить держать. Держим долго. Загорелась заставка, очень долго держали. После этого мы ему зажимаем плюс. Загорелось вот такое меню, это у нас рекавери. Обращаем внимание сразу, что Android у нас стоит 7.0. После того, как мы попали в рекавери, необходимо ему сделать сброс. Сброс делается через строчку Wipe Data Factory Reset. Наводим на нее, нажимаем вверх. Если верх не срабатывает, то питание. Питание сработает, нижний сенсорный клавиш. Попали в следующий пункт, здесь куча строчек новых, одна строчка Yes. Важный момент, о котором нужно знать до сброса, до всех прошивок, необходимо выходить из учетной записи Google. Меню настройки аккаунта, выбрать Google учетную запись. В правом верхнем углу кнопка с тремя точками, удалить аккаунт. Если это не сделать, после сброса либо прошивки он будет просить старую учетную запись и пароль от нее. На канале есть плейлист ФРП Google, возможно, там найдете для себя решение, но лучше как бы с этим не связываться. Я здесь выберу любую строчку новую, вы выбираете строчку Yes. Он начинает делать сброс, внизу побегут строчки. Последняя строчка будет Data Wipe Complete. Это будет означать успешное окончание сброса. Прерывать сброс, кстати, нельзя. Все, он доделал, перекинул в предыдущее меню. Здесь выбираете либо первую строчку Reboot System Now, либо последнюю строчку Hover Off. Reboot System Now перезагружает телефон, Hover Off выключает его. В любом случае, после следующего включения или перезагрузки он доделает нужную ему операцию и включится чистый. Помним еще, что сброс убирает лишь мелкие косяки, типа забытого графического ключа, каких-то мелких ошибок, мелких установок приложений. Для чего-то более серьезного нужна прошивка. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал.